А как отличить ответ Бога от своих желаний, которые тянутся как воспоминания прошлых воплощений, чтобы не упорствовать в том, что в этой жизни не положено? Ну вот, понимаете, если человек хотя бы раз в жизни воспринимал, что такое спокойствие, чистота, когда ты ничего не желаешь, просто созерцаешь ситуацию. Вот это спокойствие, чистота, когда нет желаний никаких, просто спокойствие, чистота. Вот в это время, если какое-то знание приходит, это от Бога. А если есть желание, и эти желания навязывают какую-то идею, то это всегда не от Бога. Не от Бога всегда эмоционально воспринимается. Что-то ты получил во сне, там в сердце. Все эмоционально очень. Эмоционально ты хочешь вот так, чтобы было. Или противоположное, то есть что ты не хочешь где-то. Вот. То, что от Бога, оно все без эмоций. Оно торжественно может и приходить в сердце торжественно. Вот это слово торжественно надо запомнить. Без эмоций, спокойно, чисто, ясно, светло, торжественно. Ненавязчиво. Бывает торжественно, но навязчиво. Это означает, демонические силы действуют. Божественные делают очень мягко, по-доброму знание дают. Ненавязчиво очень. Ясное такое. Сила ясная, спокойная. Это редко бывает. Вызывает потом такой восторг в сердце. Иногда перед тем, как Бог с тобой взаимодействует, у тебя в сердце возникает раскаяние и такая молитва, покаяние. Ты чувствуешь Бога, когда ты раскаиваешься. Чувствуешь благодарность сильную. Когда Господь действует, ты благодарность чувствуешь. Это тоже присутствует такой момент. Ну вот примерно так. После молитвы знания приходят тоже от Бога. Чаще всего люди хотят ничего не делать, получить знания. Там где-нибудь в постели лежишь, или там баклуши бьешь, там плюешь потолок, и раз знание пришло. И ты думаешь, так, спокойно, ясно, радостно, все как надо, все отлично. Вот. Но обычно в жизни знание приходит через молитву. Ты в аскезу сел, на 5 слоев молишься, чисто очищаешь свое сознание, слушаешь наставников, голос параллельно. Пытаешься глубоко погрузиться в настроение старших. И когда приходит спокойствие во время молитвы, следующий этап – получение знаний уже. После спокойствия знания приходит.